Сегодня мы сделаем настоящий вулкан. Для начала оберните бумагу в форме конуса вокруг бутылки. Закрепите ее части при помощи скотча. Сделайте на поддоне вулкан при помощи строительной пены. Распылять пену следует не слишком быстро. Так форма получится аккуратнее. Во время работы с пеной обязательно используйте перчатки и маску. Оставьте вулкан на ночь в проветриваемом помещении, пока он полностью не застынет. Прорежьте жерло вулкана и раскрасьте сам конус. Это может быть черный базальтовый гигант или остров в океане. Все зависит от вашей фантазии. Будут ли на вашем вулкане растения или животные? Детали можно сделать из пластилина или соленого теста. Чтобы вызвать извержение, нужно засыпать в бутылку пачку соды. Также понадобится немного воды и жидкого мыла для пенного эффекта. Отдельно приготовьте раствор уксуса. А еще в смесь можно добавить краситель красного или оранжевого цвета. Ну и без него все будет выглядеть очень эффектно. Итак, ставим вулкан в безопасное место. Желательно на небольшой поднос или ванну, чтобы не испачкать мамин любимый ковер. Льем уксус в жерло вулкана и не забываем снять извержение на видео. Ура! Все получилось!